На пасхальной неделе после тяжелой болезни на 48-м году жизни скончался настоятель Успенского храма в Норском, отец Николай Казачук. Батюшку знали и любили многие ярославцы. Священнослужителем он стал после работы в правоохранительных органах. Бывал в горячих точках, в том числе в Афганистане. Многие годы отец Николай служил в Леонтьевской церкви и многое сделал для ее восстановления. Настоятелем Успенской церкви батюшка был последние 8 лет. Отпевание отца Николая состоится завтра в храме Михаила Архангела в Норском. Он будет похоронен на местном кладбище. По ведру пьете там день.